Ну что, друзья, всем привет! Сегодня, в общем, решил я записать видосик новый «Милишники против рейнджевиков». Да, была у нас такая тема, мы играли на рейнджевиках против милишников, а сегодня «Милишники против рейнджевиков». Сегодня мы играем за сентов, и сегодня мы берем ближний бой. Конечно же, надеюсь, каточка вам понравится, ребятки. Интересная, надеюсь, будет игра. Погнали, мы идем сразу центрально, напоминаем, ребятки, напоминаю. Напоминаю. Берем мили на сентах и рендж на скоржах. Хорошо. Пойдет. Так, милишники банят. Давайте на траксу в дефолте. Траксу в дефолте баним, потому что она будет жестко рейнджевиков душить. Бустить. Очень сильно бустить. Посмотрим, какая катка у нас тут будет. О, берут там. Берут зетика. Хороший рейнджевик. Зет это хороший рейнджевик, парни. Нужно будет попотеть. Нужно будет попотеть, парни. Так, ну я не знаю, что если честно по милишникам брать. Пока как-то непонятно. Пикайте. Парни. Пик. Денежки уходят. Сайленсер. Сайленсер, это хорошо. Так, ну у нас милишники в распоряжении. Прям милишники, это прям жестко. Че вот взять, если честно, ну, я в любом случае буду на каком-нибудь коре играть. Типа, возможно, на Екс. Траксу забанили. Стратегический бан. Правильно. Нефиг тут думать даже, тракса смело в бан. Тракса смело в бан. Кстати, из интеллекта вообще почти нету милишников. Там огур только. Огурчик, да и все, в принципе. Так, энчантрес. Энчантрес. Чё берём? Ну, на Екса можно. Можно тролл. Нет, это рендж. Тролль это рендж. Он изначально рейнджевик, поэтому рендж. Посмотрим сейчас, что возьмем. Можно на Екса. На Ексе потушим. Почему нет? Каточка будет интереснич. ДК тоже будет считаться милишником, потому что он без формы мили. В принципе, я считаю, что это будет правильно. Так, ну что там, ребятки, берут или нет? Золотишко у них пошло. Наверное, на Найксе потушу. Что у нас еще? Леорик. Да, go Найкса, прикиньте. Вампиризм стратегия какая-то будет у нас. Норм, как раз. Найкса хотел. Вампиризм лютый будет. Вампиризм лютейший будет. Погнали. А можно было Акса вообще взять. Аксом законтрить. Пойдет. Лайфстилер, нормальная тема тут, хорошо сейчас зайдет. Так, берем топоридзе. В миду, конечно, в сайленсера будет максимально потно. Но будем аккуратненько подфармливать. И подзадушивать. Пробивает через мою рейдж. Через мой рейдж. И тут будет у нас промах. МКБху надо будет сделать. Но очень много будет вампиризма. Можно тут собрать сатаник, Володьков. Прикиньте, вообще такая лютая тема будет. Вообще, я буду отхиливаться как бешеный. Я буду просто стычки. Смотрите, 330% с его ауры, 30% дамаги. Плюс сатаник 25, это уже у нас получается 30 плюс 25, это у нас уже 55. Плюс Володька еще сколько, по-моему, 17 или 15. Сколько, 15, да? Это жесть, 55. 70% вампиризма просто с руки. Не считая того, что у меня есть процентовочка. Это просто, прикиньте, у меня 100 урона. С этих 100 урона я буду захиливать себе 70 хп. Плюс еще процент. Примерно я буду, наверное, мне кажется, даже больше отхиливаться, чем наносить. Это жестко, это жестко. Что там некр? Некр жесть как уплотнился. Хидрески что-то там какие-то. Понимаю. Хидрески какие-то там. Ух ты, смотри, как обманщик. Обманщик. Манщик. Хорошо. Пойдет. Он пытается меня харасить, да, сразу с первых минуточек. Правильно. Если он центрально идет, харасить будет нормально. А, нет, он не центр идет. Ферстблад открывается с нашей стороны. Ой, там размены, омники, там на сапов, походу, разменялись все, да? Ладно, фармим. Сайленсер мид, да? Сайленсер. Сайленсер мидовый. Медовый, сайленсер на завтрак. Оп, хорош. Укусил крипа за ногу.
Оп, еще укусил. Оп, еще сейчас укушу. Нормально. Ванды берем. Вдруг он ошибется, можно будет подзамедлить да подушить. Подписывайтесь на канал Хинальдис. Да, ребятки, надеюсь, вам эти видосы заходят. Стараюсь, чтобы интересные видео были. Абы что не лить. Да, есть иногда прям, ну, слабенькие каточки. Слабенькие катки я не заливаю. Стараюсь чуть более-менее. Либо с красивыми эффектами, либо как-то такую интересную. Что-то сайленсер. Душет. Оп, хорош. Давайте сапог возьмем. А, тангусы полетели. Понял, быканул. Понял. Быканул. Возьми, брат. Тусы. Оп, хорош. Хорош. Курочка летит, работаем. Ну, сало душит, душит. Чем мы еще делать? Да, вот так вот сделаем. Хорошо, кура летит. Сапогом. А скрипы подпушат. Он меня, в принципе, сейчас, по идее, начнет зонить. Что, давайте рейджуху возьмем. Рейджи. Начинает душить парень. Понимает, понимает, сайленсер. О, харста. А давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот. И вот так вот. А что если... побить его сейчас. Ты шо, у меня хаста, брат. А, кстати, я могу не забрать его. Да нет, заберу. Что, тычка? Ой, а куда ж ты тычку даешь, бро? Монета, нормально. А чё он тычку туда дал? Мне бы постарался дать. Так, ну мид подзадушил я сайленсера. Ну, от руны чисто. На характербе. На характербе. Каракули убили. Сейчас две тычки поймаю. Ух, как больно будет. Ну ладно, одну. Ничего страшного. Одну, ничего страшного. Правда, без расходника сейчас будет тяжело. Хилимся. Кстати, можно будет тут на 113-м поиграть. Через Radiance. Посмотрим, интересно будет или нет. Первого левела. Курса, она слабенькая. Ну, хорош. Да ладно, дедушка промахивается. Не видит уже совсем оппонентов. Совсем не видит. Банды. Я беру банды на замедло. Можно вообще гангерского Найкса делать тут. Гангерский Найкс — это нормальная тема. Что ты хочешь от меня? Да фарми ты давай. На сайленсере. Это не фармит, он чисто меня душит. Не фармит, душит. Давайте подстакаем. А чё ты? Могли убивать? Прыгнул бы и все. Прыгнул бы и все. Хорош. Стакать не буду, потому что опасно. Опаснич. Опасно постакивать потом. О, регенерация. Нормально. Гоу, бегу. По кайфу. Неплохо. Оп, хорош. Ходят легенды, что рейджем можно сбить регенерацию. Правда это или нет? Неправда. Нормально. Помню, кто-то говорил в чате, типа, там регенерация сбивается, что за фигня? Я думаю, блин, что за бред. Походу, 83-я карта не перестает удивлять. Оп. Оп. Кусаем крипчиков за ноги. Ия, что такое? Ииии. У нас афика, говорит. И афика у нас. И кто афика? Афика. Дазил. О, дазил афика. Оп, крипчик за ножку. Хорошо. Пацаны, по крипам 18 крипов очень мало. 14 минута, 25 минимум должно быть. Минимум. Минимум. Ну это сайленсер, видите, все равно чуть-чуть тяжело. Все равно как-никак зонит-то по чуть. Чуть-чуть, по чуть. Афика, говорит. Что там, не раскачиваешь еще эту тему? Не хочет, да, чтоб я его взял?
на фокус. Знаете, что сейчас сделаем? Сейчас подфармим эншента одним изощренным способом. Сейчас вот этих крипов зафармливаем, хапаем. И пойдем зафармим эншента. Он сам не фармит сало, он просто меня старается гонять и все. Хорош. Все, погнали эншента, фарманем монету, заберем на топе некр, фрифарм, да? Хорошо, эншента зафармливаем. Вот так вот, 90 золота, просто full хп восстанавливаете и 90 золота получаете. Идем на монету сюда. Давайте возьмем... А, не, нормально. Нормально. Пойдет. Афика. Седьмой левел. Сейчас толкать линию будем и будем уходить в эншентов. Че, раскачиваешь, да, уж? Давай, побью тебя чуть-чуть. Хорош, пойдет. Сейчас пол хп у меня будет. Примерно. Че там, не надо мне. Не надо. Останавливаем, МПшку. Сейчас этот лайн толкаем и идем в эншентов, парни. Тактически. Так, в принципе, катка такая, походу, интересненькая будет, да, парни? Да хорош ты меня душить, не души. Хорошо. Так, это получается на ГА. Хорошо, и стики сейчас купим еще. Пойдет. Все, можно будет сейчас погангать. Погангать. Как раз зафармливаем эншента. Отходим. Забираем. Иллюжн. Иллюжн. Пойдет. Иллюзия, дело нужное. Иллюзия, это дело нужное. Титры. Сразу нашел. Титры. Хорошо. Ребята внизу тоже лайн выиграли. Давайте вот так сделаем. Что там у нас? Magic Wand, да, хорошо. Enchantress на топе. Пока фармим, короче, не суетимся. Нефиг тут бегать. Давайте возьмем стик. Гусик, вот так сделаем. Хорошо, отойдем. Это дерево срубить, чтобы крипы хорошо проходили. Возвращаемся на центральную. О, нормально. Да что-то сегодня везет на регенерации, короче, пацаны. Что, сорян. Пойдет. Сорян. Так, у меня есть все. Что мне нужно? Сейчас будет курсу кидать, да? Не буду рейдж сжать. Подойдет поближе, дам ванды. Не подходит, он так сыкует, лишь бы я в него не нажал кнопочку. Это же есть такой бред. Он по КД, короче, будет сейчас нажимать эту кнопку. И все. Это извращенец на сайленсере, короче. Ладно, мне все равно фарм есть, что мне надо, я получаю. Что надо, я получаю с этой линии. Что надо, с этой линии получаем, парни. Жесть, вот это. Че надо, получаем, говорит Хиназис. И получают чипалах в лесу. 15 секунд до ульты. Захилимся. На фу. Захилимся на фу. Хорошо. Возвращаемся на центральную. Так, рейджуху берем. Троечка рейджи, да? Отлично. Иди сюда. Ты че так быкуешь, а? Глобалити? Глобалити? Там даже фаза. Я не догоню его тут. Не догоню. А что если сейчас ванды разъюзать? А, ты уже фуловый. Что если сейчас ванды разъюзать, он там уже фуловый на сайленсере. Нифига нам, пацаны, души от наших. Хорошо. Идет. Почти есть армлет. Там инчат душить начала. Душить начала. Хоста. Го прогуляемся.
Оп, цап. Цап-царап. ТПшку надо. ТПшечка. Пойдет. На топе убили, да? А сейчас будем душить. Есть армлет. Как раз таки левел высокий. Ванды в тройку. Это радует. Что ванды в тройку, это максимально радует, потому что можно спокойно сейчас раскидывать рейдж. Я замакшу. Замакшенный рейдж. Гоу, вот этого пацана ганганем. У него очень много армора. Нужно будет как-то аккуратно обойтись. Аккуратно обойти его. А можно будет попробовать тактику Криса. Тактику закидушка. Как это еще можно назвать? Если он будет дальше оставаться, типа ласхитить, то можно будет вообще подраться. Нет, не остается. Ребята там дерутся внизу, да? Нужна будет помощь, я в принципе ТП сделаю. Го. Оранжевый, это кто у нас? Опа. Крест когда? Двойка, да? Крест. Крест двойка. Плохо. Крест двойка. Пока что фармим тогда. Да, регенерация. Хорошо, там монета, значит, будет. Погнали. Вард есть у него тут? Есть, возможно, вард, но я попробую перехватить его. Блин, там такие герои, которые там крест будет от Дазла, прикиньте, там будет как неприятно все это дело контрить. Хорош, пойдет. Задушили. Дазла не успел даже с комбата выйти, чтобы крест закинуть. Хорошо. Сейчас возьмем ТПшечку. Шестермор ползет вниз он. Побафал. Побафал, армор вниз идет. Бафл люто. Давай. Хорош. Сало еще тут. Я должен убежать тут, в теории. В теории должен убежать. Дальше пойдешь? Можно было на развороте поиграться, типа попытаться, да? Либо не очень хочется. Все, о, Виву прогулял. Все, можно. Душить. Можно душить. Shadow Wave. Shadow Wave прогулял, можно подходить к крипам. А то я бы сейчас ваншотнулся просто. То есть... Урса там есть, там нет урса. Взял урса. Урса без фири свайпа. Чего? Тут надо дазлом. Хорош. Лагает что ли? Походу лагает. А. Так это байт был. Так это байт был. Не, он лагает, походу. Я не буду его трогать. И парень лагает, я не убиваю. Так, первое, что я сделаю, это молния. 2800, отлично. Больше не зайдет туда, да, Зулус? Он там афакашит. Такое себе. Такое себе.
Ребятки, каточка, на самом деле, вот эта, которую мы сейчас играем, это приватная игра. В эту игру зашли ребята, которые подписаны на телеграм-канал. Я там сделал оповещение, типа, ребятки, там, так и так, будем писать игру. Если что, заходите. И получилось так, что вот парень зашел, а вот, вот так вот получается, что он не играет. Не знаю, не делайте так, ребятки. Если вы хотите, так сказать, поучаствовать в видосе без Б, но вот так вот не делайте, что там АФК, не АФК, и это такое себе. Это максимально неуважительно к союзникам, плюс, ну, ломает немного контент. Хочется какого-то баланса, хочется какой-то яркости в игре. В целом, это, так сказать, ну, не получается. Так что, ребятки, прошу на понимание, так сказать. Спасибо всем за понимашку, парни. От души. Так что всем респект. Всем респект. Респектус. Там драка идет, нету ТПшки. Боже, ну тавр заруинили мне. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю, тавр заруинили. Так, погнали в спину. В спину погнали. Они там пытаются эту энчантрес пробить, бедолагу. Стало нарезает. Даблкиллы делает. Или не то дерево срубил. Да ладно, в спину зайду. Хорош. Задушено. Там рейдж когда будет? Сало убегает, понимаешь, он не вывезет. Ты что, еще остался тут, что ли? Он там с ТП-шкой бегает лево-право. Там ТП уже юзнуто. А, нет, еще. Смотри, глобалку жмет. Брат, не получится. Анстапа был? Был, правильно. Был анстапа был. Можно даггерочек сейчас купить, с даггером вообще жесть. Можно будет раздавать. Z. ММКБ надо, парни. Z. Катку желательно тут вообще не тянуть, потому что там сильные герои. Найкса можно потушить, там один рипер. И GG. А че, не за медло кидаешь и убиваем? За медло даешь или нафиг идешь? Сейчас на мид ТП будем делать. У Z там ничего нет, это очень радует. Это очень радует. Не, забираем тэшки, выходим. Хорошо, отлично. 300 есть у меня. Давайте молнию уже доделаем. Тупо полноценный артефакт, чтобы можно было в драке на себя, если затанчить, очень много дамаги внести. Будет по кайфу. Хорош. Да, омник убегает, пробьет же там тебя все. Жесть. Бедолага на омнике. Прикиньте, туда бы сейчас завалиться, в эту тусовку. Гей-пати. Знаете, такое чисто задушить. Так, хорошо. Пока фарм идет нормально, но вроде повеселее каточка у нас тут получается. 13-15, отрыв, в принципе, небольшой. Небольшой. Гоу, поехали. Ехал, ехал, ха, прыгни. Там еще кто-то. Z. Хорошо. Хорош. Стой. Прикинь, это в инвизе. Ауэчка. Ну, на вставочку почти ауэчка в инвизе была. Тут даже не переармлетить, типа так, дамага. Ой, же есть. Молния зашла прям хорошо. Так, ну там два лотара. Уф, энчантрес забрала. Энчантрес забрала. Два лотара там. Дагерочек надо сделать, парни. Дагерочек. Центрик купили, парни. Хорошо. Задушено. Так, ну 30 секунд реса. Надо от Enchantress. Блин, там два лотара. Сейчас как-то нужно будет обойтись эту тему. И вообще надо Enchantress желательно первой убивать, потому что она будет пробивать через мой рейдж. Блин, вот если бы я знал, что она тут. Чуть-чуть дала бы мне возможность хотя бы поармлетить.
Там один импетус, один армлет. Надо по-любому было напрягаться прям по тэшке. Он слишком мало хп уже остался. Дазл хорошо там крест отдал, короче, кому-то там, по-моему, этому. За это он отдал крест. И все, типа такой, давай, братан, до свидания. Нормалды. Нормалды. А просто АФК стоит. Понял я тебя. Даггер купим сейчас, парни. Даггер, буреза там. Даггер, буреза, МКБ, башер. Башер, даггер, буреза. Хорошо. ТПшечки. Это иллюзия. Пофиг на нее. Какую драку? Какую драку? У нас Омник еще. Но у нас попик очень сильно. Еще Леорик в команде. Надо пойти подраться, а то я стрик отдал. Стрик отдал. Но оппозиция есть. Сайленсер пытается. Магет умеет, практикует. Момник там стакнул, было бы хорошо. Абиссал хочется еще. Ну, без Радиенса пойдем уже, ребятки. Without Радиенса. Го Тэшку. По-моему, Тэшку сейчас можно забрать спокойно. А, вон он, Радиенса. Омника готовится. Ну, зря, мне кажется. Хорош, 17-й почти есть. Можно будет в мартретку залезть, чтобы она прыгнула в кого-то. Задушить. Или нет? Пацаны, так, кстати, напоминаю, прошлые выпуски тоже у нас были вот это, что есть, типа, милишники против рейнджевиков. Посмотрите на канале, есть. Если вам такая тема заходит, можно писать постоянно эти видосы. Они, в принципе, не трудоемкие и вроде интересные. Чего стоит только тот видос, а что если Иллидан где-то здесь? Кто не смотрел этот видос, рекомендую посмотреть. Это просто имба, рели. Это прям, ну, шик. Видос офигенный получился. Первая катка прям лютейшая. Гоу. Там Лотаров. Лотаров куча. Лотаров куча. Лотаров куча. Надо возврат, брат. Хорош. А я ворвался тут сразу, понятно все. Если я ворвался, тут уже GG. Шансов зеро. Если я ворвался. Нам тянуть эту катку в любом случае нельзя. Смотрите, какой отхил. Леорик плюс Найкс. Если я сейчас Сатаник сюда добавлю, типа это вообще... 100% отхил. Отдельно можно видосик даже записать. Отдельно даже видосик можно записать. Так, 2500 есть сверху. Я ХГ не пойду. Рано еще. Рано ХГ идти. Как хорошо, что минера в бан закинули. Так, прикиньте, милишникам против минера. Это же жесть. Что за дичь была бы? Отлично. Есть. Омник себя там свой Радиенс выколачивает. Можно было вообще тут сильверуху сделать, но нет. Хорошо. Так, БМ у нее карда. Транквила. Хорошо, весь лес выфармили. Стой. Леса нету, поэтому я написал ему стой. Может, он просто... Некоторые ребята бывают в лес заходят просто так. Ой. Сори, я чихаю. Сори, зачихался, парни. Так, минус армор дали мне. Ну да, зло сливаю на ура. Даже под крестом. Хорош. Рита там фармит, все фармит. Сорян, ребятки, что чихаю, ничего страшного. Так, 400. Я думаю, можно будет, если так сейчас хорошо пойдет, МКБ хоть делать даже. МКБ-ху. Но вообще надо идти драться.
Вообще по кайфу сейчас. Просто заваливаемся, файтимся. Заваливаемся, файтимся и душим. А, тем КБ-ху. Можно вообще крит сделать. Крит. Крит. Поняли, да? Хорошо. Погнали по лесу, пройдемся. Главное, рейдж не клацать. Все остальное получится. Все, по лотарам, пацаны. По лотарам, пацаны. Чисто. Все, нету никого. Никто не фармил. Никто не фармил. Да, МКБ. Хорошо, что МКБ-ху выбрал. В билде. В билде МКБ-ху выбрал. А если на развороте сейчас сыграем? О. Вот это я тут переармлетил. Вот это то, о чем я боялся. Песенча. Делать такие вещи, это страшно. Ну там на самом деле смягчение кунки очень сильно помогло. Я бы не переармлетил. Слишком много дамаги, слишком быстрый урон. Ох, жесть. Да, МКБ-ха сейчас будет уже нормально. О, смока, побежали. Задушено. Вообще шансов не даем. Иу. Шансов не даем. Жесть, но у нас очень сильная команда. Начинаем выходить вперед. 27 на 16. Но нам тянуть вообще нельзя. Там Z. Z начнет пушить, это вообще жопа будет. Сейчас по чуть Рошана и заходим, забиваем их, пацаны. Потому что, типа, ну не варик тянуть. Серьезно, пик такой, что прям... Нужно работать. Так, МКБ-ху я сделал. Можно крита еще добавить. Крита добавить сюда. Без башера, знаете, типа крит. Тупо на дамагу. Пах-пах и все. Лайфстиллер получается. Кстати, пацаны, напоминаю, да. Всем приятного аппетита, кто кушает сейчас. Такая тема. Видосы, надеюсь, заходят такие, я не знаю, честно. Некоторые ребята пишут прикольно, типа, рейнджевики против милишника. Пишите обязательно, дополняйте, типа, кого бы вы еще хотели увидеть в таких зарубах. Типа, знаете, там, может, какие-нибудь эльфы против там кого-то еще. То есть, может, как-то это тоже будет интересно. Эльфы против, допустим, нежити, нежить против, там, персонажей, кто на конях. Не знаю, такую тему тоже, я это распишу список себе, чтобы можно было. А что в смысле? О, а креста нету-то, да? Ух ты, я душу. Подожди, дай подойти. Да? Хорош. Дай. О, в инвизе кто-то. Энчантрес в инвизе тут. Энчантрес в инвизе. Включи армлет, боже. Вы поняли, почему не включил? Я нажимаю ванды, нажимаю на армлет и нет. Второй раз. Обсирает. Я сейчас намикрил. Меня армлет не включается. Да, жесть. Нажимаю ванды, нажимаю пробел, у меня не работает. Тупо ничего не нажимается. Неужели это так работает? Несколько раз нажимал. Ребята пока Рошан забирали, я четверых потушил. В принципе, тут вин. Да, милишники побеждают тут все-таки. В такой катке милишники посильнее будут, в любом случае. Мартретки, не знаю, а что можно было на рейнджевиках взять? Такого прям серьезного, да? Траксу в бан отправляем сразу. Единственный такой, и минера, и все. Типа, ну нечего больше бояться, по сути. Пишите в комментариях, ну, свои идеи по поводу этой темы. Сегодня рэмпейдж будет, кстати, или нет? Что-то не дают рэмпейдж сделать. Я знал, что, блин, и чаще под ногами. Нажал ванды, не даю. Тычкует просто. Он стоит, просто бьет и все. О, сейчас солью, да? Лотар есть? А, жесть. Вот так вот. Вот так может фидить он. Жесть. Да, я нажал. Вот, смотрите, W нажимаешь, нажимаешь пробел. Нету, этот, не вешается. Ванды не вешается. Жесть. Вот я лоханулся, конечно. Ну ладно. Ничего страшного. Все мы ошибаемся. Только те люди в чате, которые сидят, они никогда не ошибаются. Только эти люди не ошибаются. Ахина всегда. Всегда ошибается.
О, там даже меня опередили. Мартретка ультракил тоже сделал. Да, жестко. Но, в принципе, тут катку надо заканчивать. 29 минут. В принципе, я думаю, никакой уже жесткости тут не будет. Если они камбэкнут, будет тяжело. Прикиньте, одного с рипера унесут там, другой там будет пушить, это жесть. Поэтому надо заканчивать. Надо заканчивать. Надо заканчивать, пацаны. Не сломаю. Не сломаю, GG. Тауру не попадаю. Понимаю, МКБ не помогает. Хорош. Сейчас шарды возьмем. Момника задушили там. А, это Кунка был. Вижу. Там если Enchantress будут сейвить, она может раздамаживать. Так, хорошо. Опа, фидят парни. Гома тоже пофидим. Сейчас как покажу, что такое фид. Шарды есть. Сало в инвизе побежал. Стой. Хорош. Смотри, какой сайленсер там. Сладенький. Стой. Это че не могу прокачать? Отпустил просто пацана. Отпустил. А что если? Вопросы есть? Вопросы есть? Я сразу подумал об этом. А что если? Ой. А что если? Хорош. А что если? Задушено получается. Нашу доту отправляй. Нашу доту. Ребятки, ну 31 минута, пацаны. Не знаю, не выдержали наплыва, получается. Кто-то скажет, нет, оппозиция. Кто-то скажет, что правильно, что закончили, потому что, ну, типа, такой смысл, что тут рели. Нужно быстренько закончить эту катку. Потом будет тяжело. Душу. Оп, задушил. Хорошо. Давайте бафнем. Шарт, еще шарт купим. Готоп. Доломаем. Топ доломаем. Смотри, Зет куда пошел? Куда он пошел? Ты куда? Цап-цап. Цап-царап. Цап-царап. Тут уже МХ точно. Да он бежит под крипами какой-то МХ. Там Юлу некро. Ресиной. Есть Дасты. Даст уби. Go туда. Ля, ты прям так нагло работаешь. Жесть. Все, ультанет. Не, погнали топ ломать. Все, GG. В принципе, получилось у нас 32-минутка. Можно было подольше поиграть. Можно было, в принципе. Вначале, ребята, если что-то еще какую-то оппозицию давали, сейчас, конечно. Ваш пенит. Сегодня у нас победили милишники, и тогда рейнджевики победили. Не знаю. Что-то какой-то получается у нас дисбаланс, что ли. Но все на самом деле решают руки, ребята. Если по большому счету так задуматься, все решают руки. Максимально решают руки. Поэтому, ребятки, нет сильного персонажа, там, рейнджевик или милишник. Главное, руки. Пока у нас катка, ребятки, получилась, пишите в комментариях, какого героя бы вы хотели, каких бы героев бы вы хотели видеть в этой теме. Милишники против рейнджевиков. Тут хотя бы как-то, ну, не знаю, есть какой-то интерес, возможно, этого противостояния. Но не знаю, пишите в комментариях, хотите ли вы дальше таких видео, я не знаю. Кстати, не забудьте посмотреть обязательно, а что если, или дан где-то здесь, очень интересный видос. Вот там реально пот, там такие качели. Ну а на этом все, ребятки. С вами был Ксеназа. Сегодня мы задушили милишниками рейнджевиков.
Пишите в комментариях, что хотите еще, будем делать. Всем спасибо, ребятки, и до скорого.